Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це програма «Історії із дорожнього чемодана». Ми продовжуємо подорож Німеччиною, і сьогодні ми розпочнемо знайомитися з її столицею – Берлином. Поїздами з Бремена ми доїхали до центрального вокзалу Берліна. Нас зустрічала наша хороша знайома Зільке Водріч. Она неоднократно гостила у нас в Севастополе, и теперь мы прибыли к ней с ответным визитом. Благодаря нам Зильке впервые побывала на центральном вокзале и была поражена не меньше нас. И неудивительно, ведь это крупнейший вокзал в Европе. Приведу лишь некоторые цифры. Покрытый стеклом корпус простирается с севера на юг на 160 метров, а с запада на восток на 320. Стеклянная крыша занимает площадь 25 тысяч квадратных метров. Канцлер Германии назвала стеклянные крыши и стены символом открытой миру страны. Солнечный свет проникает до самых нижних этажей, а на крыше установлено 780 модулей солнечных батарей. Именно энергия солнца используется для подсветки табло и указателей и для освещения. Перроны находятся на 5 уровнях. Кстати, этот вокзал расположен в самом центре Берлина, и поезда всех направлений отправляются именно отсюда. Так что если вы отправитесь в Берлин поездом, то неминуемо попадете на этот гигантский вокзал. На такси мы быстро добрались до дома Зильке. Надо сказать, что мы впервые остановились не в отеле, а в гостях. С одной стороны, распирало любопытство посмотреть, как же живут рядовые немецкие граждане. Ну а с другой стороны, это была, конечно же, существенная экономия для нас. Скажу сразу, что меня больше всего поразило в Германии, так это то, что здесь большинство немцев не имеют собственных квартир. Собственное жилье могут позволить себе только богатые и очень богатые. А все остальные арендуют квартиры. Естественно, условия аренды в Германии отличаются от наших. Здесь наниматели подписывают долгосрочный договор аренды с собственником, в котором строго оговаривается и арендная плата, и условия расторжения этого договора. К примеру, собственник имеет право выселить арендатора в двух случаях: если тот не платит и если собственник собирается жить в этой квартире сам. И все, ни в каком другом случае он не имеет права выгнать жильцов на улицу. Зильке снимает квартиру в западном районе Берлина Вединг. Ее большая двухкомнатная квартира с высокими потолками, гардеробной, кладовкой и просторной ванной, включая все коммунальные платежи, обходится ей в 700 евро в месяц. Да, а вы как хотели, это же Европа. В эту плату включается и этот аккуратный дворик с практически стерильными мусорными контейнерами, и детская площадка, и чистый подъезд. Раскрою еще один секрет. Надеюсь, Зилька не обидится, а у вас будет реальное представление о жизни в Европе. Зарплата Зильки составляет 1500 евро в месяц. Вот и считайте, половина денег уходит на жилье. Так что мы с нашими приватизированными квартирами показали Зильке просто буржуями. Поэтому немцы такие экономные. На каждой батарее температурный датчик. Включается батарея только когда хозяин приходит домой и только в том помещении, где он в данный момент находится. В спальнях традиционно выставляют температуру 18 градусов для более крепкого и здорового сна. Экономят газ и воду, мусор тщательно сортируют, бумага, стекло, пищевые отходы – все отдельно. Знакомство с Берлином мы начали с метро. В Берлине очень интересная система билетов на общественный транспорт. Один билет, он действителен и для метро, и для автобуса, и для трамвая. Можно купить одноразовый билет, билет на один день, на 7 дней, на месяц и так далее. Мы купили билет на неделю, стоит он 24 евро 40 центов, и его нужно при входе в метро засунуть в такой автомат, он ставит отметку, что в 11:30 такого-то числа мы его прокомпассировали. И теперь, начиная с этой даты, 7 дней, он действителен. Я могу на нем ездить на любом виде общественного транспорта.
На метро мы быстро доехали до площади Александерплац. Во времена ГДР это была главная площадь Восточного Берлина. Она была названа в честь русского царя Александра I, посетившего Берлин в 1805 году. Вот именно на этом месте жители восточной части Берлина назначали друг другу встречи и любовные свидания. А сейчас мы идем на встречу с Себастьяном Кайзером, тем самым Себастьяном, который организовывал в Севастополе арт-фестиваль в Балаклавских штольнях. Он нам назначил встречу, как и положено берлинцу, у митинг-поинт на Александерплац. О, привет, привет, привет. Как дела? Хорошо. Главной достопримечательностью Алекс, как называют ее берлинцы, считается телебашня. Ее высота 365 метров. Вращающееся кафе телебашни – любимое место отдыха туристов. Но чтобы попасть туда, нужно выстоять приличную очередь. Как вы и сами, наверное, заметили, берлинская телебашня очень напоминает Останкинскую. Стоять длинной очереди мы не стали и решили полюбоваться панорамой Берлина откуда-нибудь еще. И такая возможность нам скоро предоставилась. Мы побывали в офисе у немецкого продюсера Штефана Рейтера. Он участвовал в нашем севастопольском кинофестивале и был в восторге от Севастополя. С крыши офиса открылся прекрасный вид на Берлин. Конечно, не сравнить с видом с телебашней, зато без очередей, суеты и толкотни. Я все больше стала любить искать в городах спокойные улочки, вдали от туристических мест, и просто по ним гулять. Пусть здесь нет всемирно известных достопримечательностей, зато можно увидеть настоящую жизнь. Тихие уютные дворы, чистые улицы. Хотя, стоп, вот и знакомое художество на стенах домов. Ну что ж, дураков хватает везде. В какой-то момент наступает пресыщение достопримечательностями и начинаешь интересоваться простыми бытовыми вещами. Как они живут, где выгуливают своих собак, в какие магазины ходят, в каких ресторанчиках питаются. Мне интересны все мелочи. Вот такая водокачка стоит на улице Берлина. Вот эту воду специально накачивают и используют для мытья машин. Шутка, конечно же шутка. В Берлине, да и во всей Европе запрещено мыть машины на улицах. Для этого есть специальные мойки. А такие водокачки стоят здесь с давних времен, когда в городе еще не было централизованного водоснабжения. Но все они действующие по сей день, и в случае аварии на водопроводе берлинцы без воды не останутся. Еще всегда меня интересовало, как за границей живут наши иммигранты. С одним из них нам довелось пообщаться в Берлине. Сергей из Киева держит в Берлине свой уникальный магазинчик. Он торгует военной формой времен Советского Союза. Здесь можно купить от папах и буденовок времен гражданской войны до современной морской формы. Для меня торговля, я веду ради вот этой единственной витрины. Это всем этим барахлом я просто финансирую, скажем так, свое отношение к миру. Сейчас ничем другим торговать-то нельзя. Угу, только согласен. Тем, что сделано в Китае, на все остальное нерентабельно. Зилька не удержалась и купила себе морской бушлат. Говорит, что в нем тепло и что за 50 евро в Берлине пальто себе не купить. Тем более такое оригинальное.